Приветствуем, с вами Fork News. Сегодняшняя новость будет про Россию. Горно-металлургическая компания «Норникель» начала тестировать цифровую платформу для торговли токенами, обеспеченными металлами. Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин сказал, что в тестировании также участвуют компании «Трафигура Групп», «Траксис» и «Юмикор». Однако официально запуск платформы может состояться в Америке, Эмиратах, Швейцарии или Сингапуре, потому что в России еще не принят закон, четко регулирующий криптовалюты. Потанин надеется, что в ближайшее время российские власти примут такой закон. Владимир Потанин сообщил, что на платформе клиенты смогут покупать токены, обеспеченные не только палладием, но и другими металлами, которые добывает Норникель. Затем эти токены можно обменять на физические запасы и с легкостью продать излишки, не вступая в изнурительные переговоры с поставщиком. Потанин сказал, что блокчейн сильно упростит торговлю и сократит издержки, а также позволит более прозрачно отслеживать металлы. На этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наши соцсети. Все ссылки в описании. Хороших вам выходных и до скорой встречи!